Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим котлеты. И будут эти котлеты не из фарша, а будут они из плавленных сырков. Готовиться проще простого. А если вы впервые у меня в гостях оставайтесь, вы увидите, что это действительно очень просто. Для котлеток я взяла два плавленых сырка. Это сырок «Дружба». Они по 90 грамм каждый сырок. И нужно натереть сырки на терке. Будет очень удобно, если вы заранее положите сырки в морозилку, легче будет натирать. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. В мисочку к сыркам мы добавляем 20 грамм мелко порезанного зеленого лука, одно яйцо, нужно посолить, поперчить, добавить еще муку, 2 столовые ложки с горкой, это 50 грамм, и все размешать до однородности. Можно добавить любые специи, которые вы любите, любую зелень, травки, орегано, ну, в общем, все, что вы любите, можно туда добавить. Я вот решила зеленый лук добавить. У нас получилась вот такая вот масса котлетная, сырная. И на сковородке, на растительном масле нам нужно обжарить наши котлетки. Мы их выкладываем ложкой. Огонь ниже среднего. У меня это 6-ка индукция. Жарятся они очень быстро. Надо вот так еще их немножко распластать, чтобы они более плоские были. И как только зарумянилась одна сторона, переворачиваем на другую сторону. Происходит это очень быстро. Выкладывать мы их будем на блюдо, выстеленное бумажными полотенцами, чтобы бумага впитала излишки масла. Посмотрите, какие они получаются хорошенькие и пышненькие. Просто прелесть. И сейчас мы их будем пробовать. Посмотрите, посмотрите, какие они получились. Прям котлетки. Пробуем. Как же это вкусно! А как это будет вкусно со сметаной или с аджикой, или с любым соусом, который вы любите? Эти котлеты прекрасно подойдут и для завтрака, а если салатом, и на ужин. Приготовьте, а мне будут очень интересны ваши комментарии, и я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра!